В эпоху кризиса каждый думает только об одном – как бы сэкономить. Естественно, что сейчас, когда кризис пришел в Америку, в Западную Европу и отчасти застиг и Россию, люди хотят выглядеть стильно, но при этом экономить. Трудно ли это? Конечно, трудно. Тут во всем дело вкуса. На каждую самую дорогую и стильную вещь, как вы увидите сами, есть всегда недорогая альтернатива. Когда вы будете выбирать такую экономную одежду, ограничьтесь только цветами, которые хорошо комбинируются и подходят к вашей фигуре, к вашему возрасту и к вашей профессии. Сейчас эпоха, когда засилье черного и серого цвета. И вновь возвращаются эти цвета довольно депрессивные, и черное, и серое, конечно же, будет идеально для многих. Вы сможете это комбинировать. Не могу сказать, что это будет очень весело, но, тем не менее, это будет всегда стильно и элегантно. К лету, наоборот, популярен сейчас белый цвет, и его будут использовать очень много на следующее лето, как это всегда бывает в кризисные годы, как это было после кризиса 29-го года, в 30-е годы, как раз в эпоху тоталитаризма многие в белом цвете ходили летом. Тут бренд совершенно ни при чем. Сама цветовая гамма и их сочетание в контексте с покровом вещи могут сделать ваш силуэт очень стильным, отчасти модным и элегантным. Сейчас самый главный цвет, например, лиловый, и все парижские витрины исключительно лилового цвета, в то время как в Милане, наоборот, хит сезона – зеленые и синие оттенки. Безусловно, это оттенки 80-х годов. Безусловно, все это было приготовлено еще до кризиса, и никто вовсе даже не знал, что финансовый кризис как раз упадет в тот момент, когда бутики Prêt-à-Porter приготовили для покупателей именно эти расцветки. Хотя в них я тоже вижу подтекст. Подтекст, который к этим цветам очень интересно соотносится. Ну, например, лиловый цвет очень эзотерический. Он очень тибетский, он очень китайский. В нем мы видим сразу скорее глубокое раздумье, чем гамму веселья и радости. Согласитесь, так же, как и зеленый цвет, довольно мусульманский цвет, это все-таки национальный цвет флага Саудовской Аравии, и он больше, даже я бы сказал, носит не только природную коннотацию, цветы, растения, лес, но также и религиозную. И меня это вовсе даже не удивляет. При росте мусульманской религии сегодня именно вот эти модные оттенки, естественно, возвращаются в моду. Синий цвет тоже цвет больше медитации, чем радости. То есть, как вывод, я могу сказать, что радостных цветов сейчас в моде нету. Но и момент сейчас не слишком радостный, и его надо пережить. Я прогнозирую в эпоху кризиса не только экономию в гардеробе, но и экономию траты денег на модные журналы, которые станут тоньше, не будут сброшированы рекламой каталога Редут или Труасвис, как это было раньше. И, возможно, кризис заставит людей подумать лучше о своем гардеробе, не скупать все подряд, желая наполнить свой шкаф неизвестными вещами и без перспективы употребить их когда бы то ни было, а, возможно, подходить к ним более практично, более эстетично и более интеллектуально. Потому что я уверен, что как раз вот сейчас, в эпоху кризиса, интеллектуальная мода будет доминировать над броской и вычурной модой, которая царила до кризиса и отчасти привела и к нему.